Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Архипастырю сослужили епископ Петерговский Силуан и старец архимандрит Ильи Ноздрин. В этот день отмечалась 78-я годовщина начала блокады Ленинграда. За богослужением священники и прихожане особо молились о упокоении погибших, защитников и граждан города. После литургии владыка обратился к верующим с архипастырским словом. Сегодня мы с вами слышали Евангелие, вопрос, который задал юноша Спаситель. Это вопрос должен задавать каждый из нас. Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Все мы на земле живем очень временно, короткое время, и все бы хотели жить вечно. И Господь сегодня дает нам исчерпывающий ответ, что нужно делать и что нельзя делать. Что нельзя делать, мы сами знаем, а что нужно делать, это из Евангелия. То есть Господь дал нам свои заповеди, которые мы должны исполнять. Чтобы наследовать Царствие Небесное, надо жить по тем словам, которые сказал нам Господь, продолжил владыка. А что Господь нам говорит? Он говорит, возьми крест и следуй за мной. То есть наш путь – это Христос. Христос – путь истинной жизни. Для того, чтобы идти, нужно идти со Христом. Чтобы Христос был в сердце, в центре нашей жизни. Чтобы Христос был в нашем сердце. Вот на этом месте, в сердце, на престоле Божьем, нельзя ничего сдвигать. Ничего. Там только святое место. Владыка за деятельное участие в жизни церкви наградил сотрудников музея Исаакиевский собор архиерейскими грамотами. В годы войны Исаакиевский собор стал хранилищем эвакуированных музейных ценностей. Здесь были укрыты сотни ящиков с коллекциями из фондов пригородных дворцов, музеев Гатчины, Оранинбаума, Павловска, Петродворца, Пушкина, музеи истории города. Золотой купол собора, как и купола других храмов во время войны, был покрыт серой краской, чтобы не служить наводкой для вражеской артиллерии. Монументальная колоннада собора хранит следы вражеских бомбардировок. На стилобате западного портика установлена бронзовая доска с текстом «Это следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941-44 годах». Глеб Ильинский, Андрей Павлюченков, Санкт-Петербург.